В небольшом городке, где все знают каждого, наступил день, который запомнили многие. Молодая женщина по имени Анна пришла в больницу, чтобы родить своего первенца. Все шло как обычно, акушеры и медсестры тщательно следили за процессом родов. Однако, когда ребенок наконец появился на свет, акушеры заметили что-то необычное. Они вызвали полицию, потому что увидели перед собой нечто необыкновенное, ребенок был совершенно черный. Вскоре в больницу прибыл инспектор полиции Иванов вместе с коллегами. Они начали задавать вопросы Анне и ее мужу, пытаясь разобраться в этой странной ситуации. Анна и ее муж были шокированы подозрениями и непониманием со стороны полиции. Однако вскоре выяснилось, что у Анны есть африканский друг Майкл, который часто бывает у них в гостях. Все стало ясно, это была просто случайность генетики, и ребенок унаследовал от Майкла его черную кожу. Инспектор Иванов осознал свою ошибку и принес извинения Анне и ее семье. Он объяснил, что полиция обязана расследовать любые необычные случаи, но иногда может возникать недоразумение. История Анны и ее ребенка стала предметом обсуждения в городе. Люди осознали важность толерантности и понимания в таких ситуациях. Анна и ее семья стали символом преодоления предрассудков и единства в городке. Эта история напомнила всем о том, что важно смотреть на людей не по цвету кожи или происхождению, а по их характеру и доброте. В конечном счете, мы все люди, живущие на одной планете, и должны уважать друг друга без различий. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.